Раки, смотрим, что происходит у вас в июне. Энергетика месяца у вас выпала справедливость. Справедливость для раков. Возможно, это будет, что все будет в этом месяце по справедливости. Возможно, здесь, конечно, как в картах Таро, есть старший аркан справедливость. Здесь как-то очень похоже, что это, ну, Фемида наша, да, с закрытыми глазами. Но мне, у меня вот так складываются такие ощущения, что, ну, что это не она. Как-то... как будто больше раком надо эмоциями, да, чувствами жить, эмоциями и всем, ну, всем по справедливости, справедливые эмоции. Не по букве закона, скажем так, а вот, вот чувствую хороший человек, значит хороший. Чувствую, вот какая-то ситуация дурацкая, значит дурацкая. Вот так вот. Ну, посмотрим, что нам Ленорман скажет по этому поводу. Раком она что скажет? Получается, этот месяц у очень многих знаков очень сильный. Какой-то помощник приходит. Возможно, в виде мужчины он придет. Возможно, в виде какого, ну, какой-то помощи по работе, по финансам, в бизнесе что-то. Так сложится ситуация, что вы будете на вершине горы и будете ощущать себя властелином ситуации. Видите, вот она и справедливость здесь наша не зря выпала. А девушка как бы немножко так свысока смотрит. Ну, она вообще не смотрит на ситуацию, да? У нее глаза закрыты, она уходит из поля зрения, она... только чувствует, но она немножечко свысока, так же, как и вот этот наш Мишка, но медведь здесь смотрит как раз на ситуацию. По моим ощущениям, рядом с рыбками этот медведь, он у нас дружелюбный, хотя тучи, которые рядом с ним находятся, они немножко портят настроение, то есть... как-то так вот, вроде бы все хорошо, но что-то такое будет, грусть, тоска нападать на наших раков. Ну и ладно, ну и пусть, не все должно быть солнечно и радостно у раков. Такой у них июнь, я бы сказала, в общем, для тех, кто в бизнесе. Денежный, прибыльный. Стройте планы, ставьте новые цели, и по лестничке все идем. Денежки будут. Новые контракты, новые знания для тех, кто хочет какие-то курсы, повысить свою квалификацию. Июнь – самый отличный месяц. Вот просто в июне бежим учиться, повышать. Возможно, вы пойдете к своему директору попросить повышение. Ну, то есть, и, соответственно, деньги вам в этом будут. Так что, раки, дерзайте. Ваша справедливость, она все по справедливости вам даст. Если вы хороший работник, конечно, вас повысят. То есть здесь не просто нужно идти, потому что мне захотелось больше денег. А так-то я сижу дома и так прихожу на работу отсидеться. Нет, здесь раки у нас трудяшки. Именно для тех, кто трудится, кто старается, кто хочет. Вот именно этот месяц будет удачным для них. Кто хочет повышения, хочет новых знаний, новых курсов. Все. Вперед. И все будет хорошо у вас.